Всем привет, дорогие друзья! И у нас сегодня будет обзор вот таких двух маленьких посылочек с AliExpress. Вот здесь, если честно, я не знаю, что там, потому что я заказывал очень много, не знаю, что пришло первым. Потому что многие посылки у меня не отслеживались. Сейчас, давайте откроем, посмотрим. Так, вот здесь у нас чехол на iPhone 4S. Вот такой вот простенький оранжевый чехол, прозрачный. Покупался на сдачу. Просто человек у меня заказывал тоже через меня на AliExpress. И он попросил что-нибудь заказать на оставшиеся деньги. Вот я ему заказал чехол. Так, давайте посмотрим, что здесь. Так, давайте нагрежем. Хорошо разрезал. Так, а это у нас, по-моему, какая-то заклепка, не заклепка. На Samsung S5. Такая вот крышечка, чтобы закрывать. Разъем зарядки такая, типа. Не точно такая же, только она большая, она так зарядку закрывает. Просто, видимо, она сломалась, мне попросили заказать. Вот она пришла, все. Я еще когда недавно заходил, в мои заказы смотрел. У меня этот заказ закончился, и время истекло, и все. Я думал, все, сейчас вот это пропало, все. Не знаю, придет, не придет она. Вот я просто был в больших сомнениях. Я думал, то, что все, деньги не вернуть. Мне так кажется, все вот, все пришло, вот она у меня. Человек, который заказывал, у меня будет, наверное, очень сильно рад, потому что он ждал вот это все где-то месяц, даже больше просто. Там еще две посылки его идут. Они уже точно больше месяца идут. Я вот только сегодня вот их и забрал. Ну, думаю, все. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до встречи. Пока.